Здравствуйте, с вами Кристина, и сегодня я буду готовить для сайта вкусвет.ру помидоры на зиму. Для приготовления нам понадобится 2 кг помидоров, 1 столовая ложка сахара и соли, 2 зубчика чеснока, пол чайной ложки перца и пучок петрушки. Измельчаем чеснок и вкидываем его вместе с перцем в банку. Затем добавляем лавровый лист и петрушку. Далее накладываем помидоры в банку. И наверх добавляем петрушку. Заливаем помидоры кипятком . Накрываем банку крышкой и закутываем в полотенце на 10 минут. Сливаем кипяток. Повторяем процедуру еще раз. Далее приготовим маринад. В кипяток добавляем сахар и соль. Закипячиваем маринад и вливаем в банку. Теперь плотно закрываем крышкой и укутываем в полотенце до утра. Обязательно попробуйте закрыть помидоры на зиму по этому рецепту. Смотрите наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Приятного аппетита!